Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня буду готовить вкусный и сытный ужин. Основные продукты для этого блюда – капуста, рис, мясо, лук и морковь. Мяса у меня немного, примерно 300 с небольшим грамм. Мясо свинины. Промыла и нарезаю его на небольшие кусочки. Глубокую сковороду с толстым дном ставлю на газ. Наливаю 2-3 столовых ложки растительного масла. Разогреваю и выкладываю мясо. Мясо буду обжаривать минут 10. Пока мясо обжаривается, нарезаю лук. Морковь тру на крупной терке. Прошло минут 10, мясо хорошо обжарилось. Выкладываю лук. Лук будет обжариваться минут 5-7. Затем добавляю морковь. И буду обжаривать вместе с луком и мясом также минут 5-7. Добавляю томатную пасту, 1 столовую ложку. Добавлю еще немного домашнего томата. Ну, примерно 1/3 стакана. И столько же воды. Хорошо перемешиваю и пусть потушится минут 5. Прошло минут 5. Добавляю нарезанную капусту. Прикрываю крышкой. И оставляю также минут на 5, чтобы капуста немножечко уменьшилась в объеме и как бы просела. Капуста немного осела, и уже ее можно перемешать. Добавляю соль. Я добавлю примерно 2 щепотки, а вы уж солите по своему вкусу. Черный перец, куркуму. Снова перемешиваю. Крышкой я пока накрывать не буду. Оставляю минут на 5. Рис хорошо промываю холодной водой. Добавляем рис, заливаю 1,5 стакана воды, если воды не хватит, я потом добавлю. Прикрываю рис капустой, накрываю крышкой и оставляю тушиться минут 30 на небольшом огне. Прошло минут 30, вливаю еще 1 стакан воды, рис распределяю по капусте, вот так вот внутри. Надо было сразу, конечно, воды побольше, я что-то думала, что от капусты будет больше сока. Снова накрываю крышкой. Огонь самый минимальный. Подержу под крышкой минут 10. Ну вот и все, блюдо готово. Посмотрите, какая красота. Рис разварился. Блюдо не только красивое, но и вкусное, конечно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!